В общем, у меня нет никогда подводок оригинальных. Я не умею все это готовить. Вернее, не люблю и не хочу. Считаю себя королевой импровизации. Конечно же, нет, господи. Поэтому я всегда несу какую-то чушь между треком. Можете даже не запоминать, не снимать, ни в коем случае не укладывать в интернет, потому что иначе ко мне никто не придет на концерт. Договорились? Ну, мы здесь все свои, с вами можно. У меня есть песня. У меня есть песня, за которую я очень благодарна одному человеку, потому что с ней очень удобно ездить на корпоративы. Теперь не нужно представляться, просто заходишь, начинаешь петь эту песню, и все сразу понимают, нормально. Но написала ее не я, максимум один куплет. Написал ее великий русский поэт Эльдар Джарахов. Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил на своем пути. Говорили все, что мне ничего не светит. Пробки снова 10 баллов из 10. Я жива, но так устала идти такси до вокзала. Бросить начать сначала. У нас все есть, но нам этого мало. Мы живем быстро и сгораем быстро. В лунке за числами теряем смысл. Живем как будто в кармане. Есть еще одна жизнь, но когда в последний раз ты видишь скажи, я в моменте пролетел готовый день, я не заметил своим духом мне навстречу только ветер. И светит солнце, хоть и говорили все, мне ничего не светит. Я в моменте пролетел готовый день, я не заметил своим духом мне навстречу только ветер. И светит солнце, хоть и говорили все, мне ничего не светит. Жизнью жить некогда. Остановлюсь и пойму, что спешить некуда. Город не спит, все куда-то бегут. Счастье вокруг, но мы думаем, что оно ждет нас где-то на том берегу. И между прошлым и будущим есть мир. Я открыт миру, и мне открыт весь мир. Это о том, что мне купы за деньги. Я чувствую себя живым. И тебя мани. И пролетел готовый день, я не заметил. Очень нравится.